Дави. С ребятами. Вот, дай-ка. 147 рублей. Отправитель Барыкин. Понятно. Держи. Господа, я, пожалуй, пойду. Замерз. Погодите, страна должна знать своих стукачей. Да мы их и так в основном знаем. Где-то эту фразу я уже слышал. Ну что? Не знаю. Говорит, письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать. Суки они. Я давно тебе говорил, зажимают письма, отказывайся работать. Второй срок припаяют. Ну и холодрыга сегодня. Последний давай заходи. Братцы, что там на второе? Пообедали? Стоит идти? Что? Так много денег получил? Уже в обеде не нуждаешься. Да какой там? 1470. Плевать тебе теперь на тюремный харч. Какая тысяча, смотри. О, 147. О, чудно. Могли полтораста прислать. Ну тогда иди на второе харч. Сволочь ты. На нашей крови досрочку делаешь. Чего тебе не хватало? Подаль, вят, что ты? Тебе, блин? Что, мальчик? Иди! Ты что, мальчик, поговори, как партий, спартий. Извините, товарищ майор, срочно. Доронин ходит, показывает перевод на 147 рублей. Уже завалил Любимичева, Кагана и еще человек трех. Доронин наш? Наш.
Товарищ майор, не прямо. Не дайте ему приготовиться. Пусть дежурный вызовет к инженер-полковнику, а вы тут схватите. Девять граммов МКАДу. Ну, я пойду? Иди. Что еще узнаю, к вечеру сообщу. Насажение по акту есть? Да. Сколько? Один. Насажение по акту есть? Нет. У вас есть насажение? Да. Сколько? Два листа. Пожалуйста. Лариса Николаевна? Да. Сходите, пожалуйста, в мехмастерские, узнайте, что со 114-м заказом. И все? И, пожалуйста, побыстрее. Давайте будем справедливы, не так все черно в нашей жизни. Вот именно этого вида счастья, такого мужского, вольного, лицейского стола, где можно так свободно поделиться мыслями, ведь этого счастья у нас не было на воле. Согласитесь? Собственно, самой этой воли часто не было, если да. Не считать детство. Вот мне 31 год. За это время жизнь меня и баловала, низвергала, но я клянусь вам, я никогда в жизни не забуду того истинного величия человека, который я узнал в тюрьме. И я горжусь, что сегодня здесь, на мой скромный юбилей, собралось такое
отобранное общество. Давайте выпьем за дружбу, расцветающую в тюремных склепах. Закусываем. Витийством резким знаменитые сбирались члены всей семьи беспокойного Никиты. У осторожного Ильи. Отец Кесе, а? Зашифрованная 10 глава Евгения Онегина. Градус есть, Андреич, как вам это удалось? Есть, градус есть. Ну, вы же понимаете, взаимодействие между лабораториями. А для цвета добавили кофе. А у меня, по-моему, какао. Или я забыл вкус кофе. А ночь-то какая. А как идут ваши картины, Ипполит Михайлович? Начальство разбирает для украшения хоромов? Да так. И что, каждый месяц, чтобы готовая картина? Если натюрморт, разрезанный красный арбуз с виноградом, то очень берут. А если пейзажи, так веселые. Ну, а если стылый ручей в ноябре перед снегом, отворачивается. У вас если дуб, то не какой-нибудь там раскидистый на пикнике. Такой с коверками. На самом высоком, на краю высокой скалы. И такое ощущение, что все ветра, которые ураганы дули за 200 лет, все прошли через него. Там когтями вырвали из скалы. А Телла Яга никто не берет? Сразу отворачивается. Потому что выше экспресс до крайности. У вас, если злодейство, то какое-нибудь самое непомерное. Вообще, это устарело стилистически, не надо давно этих больших букв. Вот добром и злом. Что устарело? Злодейство устарело? Да только в нашем веке оно и проявилось по-настоящему. При Шекспире были телячьи забавы. Сколько невинных жертв. Не все покорные жертвы. В прежние годы я знал и других. Да над добром и злом надо буквы пятиэтажные ставить, чтоб мигало, как маяки. В лагере, знаете, и остатки совести за 200 грамм черняшки. Никогда, никакой лагерь не должен сломить душевные силы человека. Вы еще не были в лагерях. Не торопитесь судить. Крути, не крути, а бытие определяет сознание. Это было бы ужасно. Унизительно. Ради чего тогда и жить? Еще неизвестно, что кого формирует. Жизнь человека или сильный, благородный человек – жизнь. Да в человека от рождения вложена некая сущность. Это как бы ядро человека. И каждый несет в себе образ совершенства. Хотя он, может быть, и совсем затемнен. Кстати, кто, господа, не видел? Сходите в ателье Ипполита Михайловича на задней лестнице и посмотрите картину «Замок Грааля». Вот это и есть образ совершенства. Ну, а Карфаген-то должен быть уничтожен. И чем быстрее, тем лучше. Кому охота сидеть в карцере? Викентич. Викентич, меня не забыть. Так, друзья мои, созрел тост, пугающий своей новизной. За тебя? О, подожди. Нет, за меня. Тебя есть, сотень, ты не пьешь. Я по чуть-чуть. Ну смотри, я предлагаю выпить за образ совершенства. Какой тост, а? Совершенство. Звук. Нет, градус определенно есть. Браво, браво, Андреич. Есть градус. Андреич, обратите внимание, что Лёва и Митя первый раз сошлись в своих мнениях. Да. Я до этого не упомню такого случая. Почему? Помнишь, однажды мы сошлись с Лёвой? Во мнении, что женщине простить измену нельзя, а мужу можно. То есть мужчин в этом не сойдется. А вот этот экземпляр утверждал тогда, что и женщине простить можно, что разницы тут нет. Вы так говорили? Я? Признавайтесь. Говорил. Не отрицаю. Уходит вечер, вдали закат погас. Пижон, да как же можно сравнивать? Ой, господа, простите, я жаворонок, я засыпаю совсем. Да само устройство тела и способ соединения доказывает, что разница огромная. Не-не-не, тут глубже, тут великий замысел природы. От мужчины довольно равнодушен к качеству женщин, но неудержимо стремится к их количеству. Поэтому совсем мало остается совсем обойденных женщин. Да, и в этом благодетельность донжуанизма. А вот женщины как раз стремятся к качеству. Их измена – это поиск качества.
И так улучшается потомство. Вы не можете сменить тему? В принципе, теоретически, Глебка прав. Я сам готов сломать 100 тысяч копий за равенство мужчин и женщин. Но обнять свою жену, поскольку я обнимал кто-то другой, вам... я биологически не могу. Лев Григорьевич, есть простой выход. Не обнимайте никого, кроме своей жены. Нет, ну знаю. А жаль, друзья, что мы не выпили за наш народ. Кис-кисы. Народ – это не просто все, говорящие на нашем языке. Ну и говорящие на вашем. Народ – это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ, а по душе. Душу же выковывает себя каждый сам, год от года. Надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать человеком и через то крупицей своего народа. С такой душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве. И вот почему народ преимущественно располагается не на верхах общества. Облака толпой плывут на запад. Спокойной ночи поет нам поздний час. А ночь близка, а ночь на крыльях сна. Своих ресниц взлетают тихо грезы. Стоят задумчиво уснувшие березы. Спокойной ночи поет нам поздний час. А ночь близка, а ночь близка. Кто здесь Прянчиков? Я. Подойдите. С вещами? Без вещей. Распишитесь. А в чем, простите, дело? Вам посылка от министра. Вот здесь? Здесь, здесь и вот здесь. Получить. Спокойной ночи. Ну что, господа, попьем чайку? Браво!
Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Салахдин благодушно называли хождением в народ и поисками той самой великой сермяжной правды, которую еще до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный в Асесуалии Лоханкин. Спиридон Данилович. Чего? Вот давно хочу тебя спросить. Только ты пойми меня верно. Вот я слушаю про жизнь твою. Про скитание. Крученая у тебя жизнь, да? Да ведь не у тебя одна, а у многих. Все, что ты метался, пятого угла искал. Но ведь неспроста. Вот как ты думаешь? Вот скажи, с каким критерием... Так, птичье слово. С какой меркой надо понимать жизнь? Ну вот скажи, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? И думают, вот так сделаю я людям зло. Дай-ка я прижму их, чтобы им житья не было. Ну вряд ли, ведь правильно. Может, люди на земле хотят только хорошего или думают, что нехорошего хотят. Но понимаешь, все мы не безгрешные, не без ошибок. А кто и вовсе оголтел, и получается, что причиняют друг другу столько злого. Убедят себя, что они хотят хорошего, а получается худо. Ну вот смотри, например. Вот ты ошибаешься, так? Явно ошибаешься. А я хочу тебя поправить. И говорю тебе об этом словами. А ты меня не слушаешь. Ты мне рот затыкаешь, в тюрьму меня пихаешь. А мне что делать тогда? Что мне, тебе палкой, что ли, по башке? И хорошо, если я прав, понимаешь? А если мне кажется, что я прав? Если я себе в голову сам вбил, что я прав? Ну и спихну я тебя, так? И на твое место сяду, и не тянет оно. Так и я трупов нахлестаю. Так что же получается? Если ты не можешь сказать, что ты всегда прав, можно вмешиваться? Или нет? Так же ведь в любой войне нам кажется, что мы правы, а им кажется, что они правы. Мыслим или дело человеку на земле разобраться, кто прав, а кто виноват. Кто же может это сказать-то? Я скажу. Волкодав прав, людоед нет. Как? Вот так. Волкодав прав, а людоед нет. Че там скрябаешь-то? Умные мысли записываю. Мои? Ну, а чьи же еще? Ну, хоть я умный. А то. Я серьезно, Данилыч. Сами же Рубин и Салахдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали абсолютной прозрачной истиной. Рубин хорошо знал, что понятие «народ» есть понятие вымышленное, есть неправомерное обобщение, что всякий народ разделен на классы, и даже классы меняются со временем. Не менее хорошо знал и Салахдин, что народ есть безразличное тесто истории, из которого лепятся грубые, толстые, но необходимые ноги для колосса духа. Каждый день в поступках отпечатываю свой путь. Нержин! А? Глебчик, ну ты где? Здесь я. Ну ты где, Глеб? Да здесь. Чё ты кричишь? Пойдем. Иду.
образованному зэку Нержину для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лесенку. Его просто турнули в народ в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате и велели вырабатывать норму. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, все время разнящийся и потому чужой барин, но как сами они, неотличимые от них, равные среди равных. И не для того, чтобы подладиться к мужикам, а чтобы заработать обрубок сырого хлеба на день, пришлось Нержину учиться и вколачивать гвоздь струною в точку, и пристраивать доску к доске. И после жестокой лагерной научки Нержин понял, что спускаться ему дальше незачем и некому. Оказалось, что у народа не было перед ним никакого кондового сермяжного преимущества. Вчера, хотя было воскресенье, приезжал замминистра генерала с ним. И что? Что было? Кто может знать? Новую группу создали. Где? В комнате парткома. Парткома? Внимание! Всем заключенным в течение 3 дней сдать майору Шикину перечень своих прямых родственников по форме. Номер по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес. Прямыми родственниками считаются мать, отец, жена, зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные, братья, сестры, тетки, племянницы, внуки и бабушки, считаются родственниками непрямыми. С 1 января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключенный. Кроме того, с 1 января размер ежемесячного письма устанавливается не больше одного развернутого тетрадного листа. В клеточку? В клеточку. Размер букв почему не указан? С Новым годом, господа! С новым счастьем! Ку-ку! Пишите доносы на родственников. Сыщики сами на эти люди. Вот гады, а! Ведь наши многие только тем и работы имеют, что скрывают. А теперь нам самим о них полицейский донос писать. Только прямым родственникам. А если сестре, бабушке? Непрямым нельзя. Неужели у них, у самих нет картотеки? Здравствуйте. Я хочу познакомиться с работой вашей группы. Нельзя. Почему? Вы в нее не допущены. Тогда позовите заключенного Рубина. Тоже нельзя. Все. Яконов говорит, пригласите ко мне из конструкторского заключенного Сологдина. Больше никого ко мне не пускать. Вызывали?
Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Очень рад вас видеть. Присаживайтесь. Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз. На днях, буквально в субботу, Владимир Ирастович видел ваш чертеж абсолютного шифратора. Ну что вы стоите, присаживайтесь. Благодарю вас, я постою. Просмотрел его бегло. Горю желанием поговорить подробнее. Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я действительно сколько мог работал над шифратором, но то, что мне удалось, и то, что видели вы, создание несовершенное. В силу моих весьма средних способностей. Батенька, батенька, давайте уж, пожалуйста, без ложной скромности. Я хоть видел вашу разработку мельком, но успел составить о ней весьма уважительное представление. А Владимир Ирастович, который для нас с вами высший судья, отозвался весьма положительно. Мы вот что. Я приказал никого не принимать. Несите ваши чертежи, ваши соображения. Будем думать. Вы ошибаетесь. Если хотите, пригласим Владимира Ирастовича. Антон Николаевич, это был набросок, недостойный вашего внимания. Ну хорошо, хорошо, посмотрим. Несите чертежи. Наброска этого больше нет? Весь как? Найдя в нем глубокие и непоправимые ошибки, я его сжег. То есть как Саша Кри? Своими руками, сэр, где? Ну нет, зачем же? Отдал на сожжение законным порядком. У нас сегодня сжигали черновые. Возможно, он еще цел. Сожжен в бочке, я наблюдал в окно. Вы сами наблюдали? Да. Собственными глазами. Дмитрий Александрович. Да. Вы москвич? Да. Подойдите, пожалуйста, к окну. Видите, вон там, за колючкой, автобусная остановка. Вижу. Отсюда полчаса езды до центра Москвы. Вы могли бы садиться в этот автобус уже в июне-июле этого года. Я допускаю, что уже в августе вы получили бы свой первый отпуск и поехали к морю. Купаться. Дмитрий Александрович, вы давно входили в воду. Насколько я знаю, заключенным это запрещено. А чего же? На лесосплаве. На лесосплаве. Хорошенькое купание. На севере, куда мы оба с вами попадем. Да-да, я тоже. Если шифратор не будет готов в срок. Реки не скрываются никогда, к сожалению. Дмитрий Александрович, вы должны все восстановить. Слушайте, я не могу представить человека, который бы не желал блага самому себе. Зачем вам погибать? Объясните мне, зачем вы сожгли чертежи? А как вы думаете? Не понимаю. Самоубийцы я не понимаю. Гражданин полковник, я слишком ничтожен. Никому не известен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так. Если бы я не сжег чертежа, а положил бы его перед вами готовым, наш подполковник бюро, вы, Фома Гурьянович, да кто угодно, могли бы завтра же толкнуть меня на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры уже были. А с пересылок я вам доложу. Очень неудобно жаловаться. Бумаги не дают,
карандаши отбирают, заявления доходят не туда. Так ведь? Согласен. Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чем. Так вы беретесь восстановить чертежи? То, что было на моем листе, в 3 дня. А через месяц вы можете получить полный эскизный проект с расчетами в объеме технического. Вас устроит? Я не ослышался. Да? Месяц? Дорогой вы мой. Месяц нам надо. Армянский. 3 звездочки. Очень хороший. Рекомендую. Ну, давайте. Как инженер инженеру. За удачу. Погодите, а вы же только что говорили, что это был недостойный набросок, что вы нашли там грубые непоправимые ошибки. Со мной, знаете ли, иногда играют злые шутки. Нехватка фосфора, кислорода, жизненных впечатлений. Находит такая полоса мрака. Вот, прошу вас, угощайтесь. Здесь и фосфор, и марганец, и калий, и все ценные элементы таблицы Менделеева. Ну, в таком случае я присоединяюсь к профессору Челнову. В моем чертеже все верно. А вы рискованно сыграли, сударь. Ведь все могло кончиться иначе. Не думаю, Антон Николаевич. Мне кажется, ясно осознал положение института и ваше. Леозар Эруа. Да-да. Его величество случай. Именно. Он очень редко мелькает нам в жизни. И нужно успеть прыгнуть на него вовремя и прямо на середину спины. Вкусно. Очень вкусно. Рад за вас. Ну и каковы наши дальнейшие действия? Фому Гурьянович, я бы хотел на первом же шаге миновать. Понимаю. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. Согласен. С вашей стороны я не предполагаю такого приемчика. Я ведь не ошибаюсь? Не ошибаетесь. К тому же напоминаю, что и лист пока сожжем. Теперь, если вы дорожите моим проектом, найдите способ доложить обо мне прямо министру. Министру вряд ли. Попытаюсь замминистра. В крайнем случае замминистру. Но пусть приказ о моем назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет мне гарантия. Разумно. И я приступаю к работе. И мы формируем специальную группу. Решительно поддерживаю. Да вы ешьте, ешьте. Вам нужно хорошо питаться. Благодарю вас за понимание. Но мне пора. Благодарю вас, коллега. Пока не за что.
позвонить.